Внимательное отношение к событиям и явлениям жизни приводит нас к мысли о том, что жизнь земная есть только часть какого-то более полного, настоящего бытия, скрытого от поверхностного взгляда. Сегодня многие сознают необходимость веры. Но как понять, что это такое? Прежде чем говорить о религиозной стороне дела, посмотрим на веру в жизни людей. Мы идем в школу учиться и верим, что учителя нас научат. Идем к врачу с верой в излечение. Как правило, мы верим словам наших близких. Почему? И почему верим не всем? Кому можно верить? Есть такое выражение «поверь в себя». А надежна ли такая вера? Вера в человека. Апостолу Павлу принадлежат слова. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Верят тому, что невидимо и неведомо, тому, что нельзя проверить опытом. То, что мы видели, слышали, наблюдали, это уже знание, а не вера. Знание основывается на опыте или исследовании, а вера на доверии к свидетельству. Знание принадлежит уму, хотя может действовать и на сердце. Вера принадлежит преимущественно сердцу, хотя и начинается в мыслях. А задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько вера обширна и глубока по сравнению со знанием? Даже дату своего рождения человек сам проверить не может. Дети верят рассказам старших, не проверяя ничего. Если бы люди не имели способности верить слову, жизнь стала бы невозможной. Наука с ее логикой основана на вере. Каким образом? Исследователь вдохновляется верой в существование искомого закона природы. Ученый верит в достоверность показаний его органов чувств. Он верит и в то, что законы мышления согласуются с законами бытия. Двигателем всех исследований является вера в существование скрытой до поры истины. По слову глубочайшего христианского мыслителя, святого Василия Великого, в науке вера предшествует знанию. Общий взгляд на мироздание у всех без исключения основан на вере. Ведь никто никогда не наблюдал, как возник мир, как появились жизнь и разум. Вера может быть обращена к высоким идеалам или, наоборот, снижена. Кто-то верит, что материя возникла сама собою по каким-то неизвестным законам. А мы, христиане, веруем в Бога, сотворившего все и разумно установившего закон природы. Обретение цельного взгляда на мир – это дело веры. Когда человек верует, его вера стоит в центре его душевной деятельности. Ум, чувство и воля зависят от предмета веры.
Вера не синтез жизненного опыта, ни умозаключение, ни философское построение. Это дар, знак расцвета внутренней жизни, природное качество души, заложенное в нее при сотворении. Религиозная вера не может зависеть от рассудочных доказательств. Упорно неверующему излишне доказывать. Верующему доказательства не нужны. Без веры человек теряет и силу разума, и теплоту сердца. Правда, это заметно не сразу и не всем. Человек, стоящий на пороге духовной жизни, задает себе вопрос: в чем состоит суть веры христианской? Христиане верят, что Иисус Христос является свидетелем важнейших тайн бытия и обладателем знаний о жизни. Люди не могут овладеть этими знаниями своими собственными усилиями, но постигают их лишь верой в Него. Что же это за тайны бытия, о которых только Христос имеет истинное знание? Тайна невидимых реалий – Бога, ангелов, души человека. Тайна сотворения мира и конца света. Тайна промысла Божьего, ведущего человека и человечество к определенной цели. Тайна грехопадения человека, его спасения через Бога воплощения. Тайна Царствия Божия, как конечной цели земной жизни человека и верного пути, ведущего к этой цели. Тайна воскресения из мертвых, страшного суда и вечной жизни. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего в гробе живот даровал. Многие мыслители, философы пытались найти объяснение этим тайнам. Однако они опирались на ограниченные силы человеческого разума. Их попытки заканчивались лишь различными предположениями и теориями, противоречившими одна другой. В чем же тогда преимущество знания Иисуса Христа? Оно состоит в том, что Христос – очевидец. Бог сам открывает людям себя. Христос свидетельствует: «Я говорю то, что видел у Отца моего. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Учителям веры своего времени он говорил: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира». Одному из иудейских начальников он сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели». Затем он еще раз повторил: «Я есть хлеб, сошедший с небес». Многое другое он сказал с авторитетом свидетеля, видевшего все тайны неба и земли. Люди дивились его науке, потому что никогда человек не говорил так, как этот человек. И в повседневной жизни мы скорее поверим очевидцу, чем какому-то теоретику или философу. Были и другие учителя веры, которые учение свое приняли от ангелов, очевидцев великих тайн. Но чаще люди испытывали ложные видения, им являлись духи зла в облике ангелов. У Христа дело обстоит совершенно иначе. Ангелы его и не учили, и не указывали ему путь. Напротив, он сам приказывал ангельскому воинству и изгонял злых духов из людей. Ангелы служили ему, а бесы в ужасе трепетали. Христианскую веру не следует сравнивать с другими религиями и, строго говоря, называть религией в языческом понимании этого слова. Наша вера – это личная, единственная в своем роде и полное раскрытие Бога перед людьми ради их просвещения и спасения. Наша вера и жизнь связаны неразрывно, как причина и следствие. Христос сказал: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Наша вера не какая-то одна из разнообразных религий.
но вера в Христа и откровение Христово. Другого откровения Бог больше не даст до самого конца света. Возникает вопрос, а существуют ли доступные для человека источники веры как откровения? Да, существуют. И таких источников два. Первый – это Священное Писание, второй – Священное Предание. Христос Анести эк некрон Танатон Патисас, Кетис Энтис Мнимас и Зои Арисамено. Христос воскреси. Человеческой душе свойственно искать истину, стремиться к благу, гармонии и радости. Эти поиски есть начало духовной жизни, размышления о первопричине всего существующего и в итоге религиозной веры. Кто-то верит, что мир возник сам собою, кто-то туманно рассуждает о высшей силе. Много есть на свете верований и религий. Оставим в стороне попытки рассмотреть каждую из них и отдадимся простому и трепетному чувству присутствия живого личного Бога, сотворившего все и разумно установившего законы природы. Человек способен познавать Бога, глядя на сотворенный мир, проникая в суть вещей и явлений. Природа говорит нам о том, что все в ней, от небесных тел до самого малого насекомого, устроено в дивном порядке, и все подчиняется особым законам. В мире существует красота и гармония. Человек может исследовать собственную душу. В ее чувствах, воле, совести, свободе и бессмертии заложен нравственный закон. Источник его – Творец. Как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие. И видимый мир, и сам человек являются как бы книгой, в которой написано о Боге. Пророк Давид говорит: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Небеса поведают славу Божию, творение же руку его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и ночь ночью возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса, и же не слышат согласий. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенные глаголы. Свидетельством Бога может служить история народов, которым Он определил времена и пределы обитания. Если созерцать народные бедствия и возвышения, торжество побед и горечь поражений из духовной глубины, то в нагромождении исторических фактов открывается промысел Божий. Таковы естественные пути к Богу и пониманию Его существа. По выражению апостола Павла, познание Бога, Его невидимых свойств
через рассматривание видимых творений. Но есть и другой источник веры – откровение. Откуда оно к нам приходит? Бог сам открывает себя человеку. Откровение подобно чуду, оно не имеет естественной причины. И тем не менее, откровение доступно человеку в силу дарованных ему свыше качеств богоподобной личности. Недаром говорят, что вера – это дар. Всякому ли человеку доступно откровение? Да, оно предназначено каждому, но не все могут принять его непосредственно от Бога. Причина в духовной немощи и нравственном несовершенстве. И в жизни человека происходит то же. Мы не станем говорить откровенно с теми, кому не доверяем. Бог избирает вестников откровения. Адам, Ной, Авраам, Моисей и другие пророки приняли и проповедовали божественное учение людям. Но в полноте и совершенстве его принес на землю Иисус Христос. Это вознесло богопознание на небывалую высоту. Никогда прежде людям не было дано видеть среди них личность, исполненную святости, которая покоряет благостью и миром, властвует любовью и правдой, творит чудеса небесной силы и олицетворяет собою все самое чистое, доброе и светлое. Существуют ли источники, из которых можно черпать откровения? Да, существуют. Это Священное Писание и Священное Предание. Вначале Божественное Откровение передавалось устно из поколения в поколение. Запись его началась за 16 столетий до прихода Христа. Святые провозвестники Откровения, пророки, а за ними и апостолы, записали и составили Священное Писание, Библию. По-гречески «Библия» значит «книги». Этим словом выражено не то, что Священное Писание – это собрание разных книг, а их качество. Библия достойна внимания преимущественно перед всем написанным, вершина пирамиды всех книг на свете. Библию мы называем Священным Писанием, потому что Бог вдохновил святых людей на создание этих книг и руководил их трудами. А что называется священным преданием? Это все духовное наследие, полученное нами от святых предков. Слово «предание» означает передачу, оставление в наследство. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал», — говорит апостол Павел. Предание указывает на действие, процесс передачи откровения. Предание древнее Библии. От Адама до Моисея не было священных книг. Предание обширнее. В Евангелии от Иоанна можно прочесть. Многое другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Предание содержит точное изложение веры, учение о семи церковных таинствах и обрядах, связанных с ними, апостольские правила, определение семи вселенских соборов, правила о церковной дисциплине святого Василия Великого и других святителей, творение святых отцов, богослужебные книги, жития святых, обычаи веры, знамения и символы, как выражение христианской веры, надежды и любви. Священное предание – нельзя отделять от Священного Писания. В свете предания мы правильно понимаем Библию. В Писании откровение хранится наиболее точно и неизменно. В священных книгах мы читаем слова пророков и апостолов так, как если бы мы жили в то время и сами их слышали.
Православное богословие непрестанно проверяет себя при помощи Писания. Священное предание хранит Церковь, которая по изречению апостола Павла есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Святой Ириней Леонский пишет: «Не должно у других искать истины, которую легко заимствовать у Церкви, ибо в нее, как бы в богатую сокровищницу, апостолы положили все, что принадлежит истине. Она есть дверь жизни». Священное предание раскрывается в богослужении. Таинство, священнодействие, молитвы и песнопения наполнены вероучительным содержанием. Святой Василий Великий пишет: «У меня вера всегда одна и та же, ибо как веруем, так и словословим. Церковь хранит и чистоту священного Писания. Библия создана Церковью. Вынесена из нее, Библия превращается в набор исторических документов. Подлинный смысл священного Писания может быть постигнут только в Церкви, в свете хранимого ею предания». Христианская вера – дар божественного откровения, в котором Бог открывает себя людям. Осознание веры можно черпать из двух неразрывно связанных источников – священного Писания и священного предания. Священным Писанием или Библией называется собрание книг Ветхого и Нового Завета. Слово «завет» по отношению к священным текстам значит «союз», «договор Бога с людьми», духовное завещание, которое переходит из поколения в поколение. Книги Ветхого Завета были написаны прежде Рождества Христова. Их сокровенный смысл – обещание Бога дать людям Спасителя, Мессию, и постепенно подготовить к принятию Его. Все тексты Ветхого Завета можно разделить на четыре группы: книги законов, исторические, учительные и пророческие. Книги законов – это пятикнижие Моисея: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Бытие – это книга о сотворении мира и человека, о всемогуществе Бога, Его премудрости и великой любви, проявлением которой стало создание человека по образу и подобию Бога. Из Бытия мы узнаем о величайшей трагедии – грехопадении Адама и Евы, изгнании их из рая. Вместе с грехом человека в мир пришли страдания, болезни и смерть. Книга «Исход» рассказывает о переселении евреев из Египта. Сердце этой книги – одно из величайших событий священной истории – Синайское откровение.
Это повествование о том, как Моисей принял от Бога на горе Синай 10 заповедей. Левит – книга о ветхозаветном духовенстве, правилах совершения богослужений, принесении жертв. Числа – четвертая книга закона, говорит о численности колен израильских и продолжает начатое в Исходе описание 40-летнего странствования по пустыне. В книге Второзаконие Моисей повторяет заповеди новому поколению, которое выросло во время странствий. Второзаконие завершается прощальной песней Моисея и его благословением народу. «Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе народ, хранимый Господом?» Книги законов рассказывают, как Бог учил людей неизбежному закону правды, чтобы подготовить их к принятию закона любви, который принес Христос. К историческим книгам Ветхого Завета относятся книги Иисуса Навина, Судей Израилевых, Руфи, Царств, Паралипоменон, Первая книга Ездры, книги Неемии и Сфирь. В Пятикнижии Бог обещает израильтянам: «Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их». Завоеванию земли обетованной, исполнению обещаний от Бога и посвящена книга Иисуса Навина, преемника Моисея как вождя Израиля. Книга Судей охватывает период от завоевания Ханаана до появления царской власти. В те времена власть в Израиле принадлежала только Богу. Для разрешения конфликтов народ избирал особых представителей, судей. Книга Руфи как бы дополняет книгу Судей. В ней описана жизнь простых израильтян той эпохи. Книги царств посвящены истории Израиля от установления царской власти до взятия Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором и разрушения храма. Книги Паралипоменон дополняют книги царств. Само это греческое слово «паралипоменон» означает «о пропущенном». В еврейской Библии эти книги именуются летописью. Священник Ездра жил в V веке до Рождества Христова. Его считают составителем канона Ветхого Завета. Первая книга Ездры повествует о возвращении евреев из вавилонского плена в Палестину и начале строительства нового Иерусалимского храма. Неемия, виночерпий персидского царя Артаксеркса I, написал книгу, составляющую единое целое с повествованием Ездры. Она посвящена возрождению духовной жизни Иерусалима после вавилонского пленения. Из исторических книг Ветхого Завета мы узнаем об активном участии Бога в жизни людей. В событиях истории виден промысел Творца. Бог от любви к человеку исправляет, излечивает его греховную природу, стремится уберечь от служения идолам и обратить к себе. К учительным относят книги Иова, Псалтирь и книги Соломона. Это назидательные тексты. Они учат, как следует относиться к событиям повседневной жизни, не теряя из виду Бога и его заповеди. Иов – удивительный герой Ветхого Завета. Он не знал Моисеева закона. В его времена Бог еще не открыл себя людям. Но он знал, чувствовал Бога. Иов прошел через страшные, невиданные страдания, но очистился в них, не потерял веры и любви к Богу, но преобразился духовно. Песнь песней Соломона дарит нам поэтический прообраз Церкви как невесты Христовой. Пророческими именуют книги четырех великих пророков – Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила
и 12 прочих, называемых малыми. В этих книгах содержатся предсказания грядущих событий. Важнейший среди пророчеств о пришествии в мир Иисуса Христа. Следует упомянуть о текстах, которые называют неканоническими, потому что они не сохранились в еврейском подлиннике. После V века до Рождества Христова было написано несколько книг на еврейском и греческом языках, например, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» и некоторые другие. Они не вошли в канон, но были включены в греческий перевод Библии, знаменитую Септуагинту, как полезные и назидательные. Разделение текстов по группам носит условный характер. В Законе и Пророках содержится множество исторических фактов, а в книгах исторических есть пророчества. Среди всех книг Ветхого Завета особое место занимает Псалтирь. В старину по ней учились азбуки. Чтением псалмов и поныне православные христиане провожают умерших. Эта книга – бесценный источник молитвы. Невозможно представить себе богослужение без псалтири. Для православного богословия особенно важно, что псалтирь полна ярких пророчеств о Христе. Кто есть Царь славы, Господь сил, кто есть Царь славы? Услышите до последних земли. Христианская вера исходит из Божественного Откровения, одной из форм приобщения к которому является Священное Писание, собрание книг Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет был написан до Рождества Христова, и его главный смысл состоял в том, чтобы подготовить человечество к принятию Христа. Новый Завет от первой до последней страницы посвящен одной ключевой теме, одной исключительной личности – Иисусу Христу, который есть и совершенная доброта, и совершенная новизна в истории человечества. Можно сказать, что Новый Завет представляет собой одну великую книгу, которая состоит из 27 частей. Каждую из них тоже можно назвать книгой, если судить не по объему, а по степени важности. Например, есть соборные послания апостола Иоанна всего в одну печатную страницу. Основу Нового Завета составляют 4 Евангелия. От Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Слово «Евангелие» происходит от греческого «евангелион», что значит «благая весть». Почему именно так названы эти книги? Для человека нет более радостной вести, чем весть о вечном спасении. Именно ее принес Христос. Поэтому чтение Евангелия в церкви начинается и завершается возгласом «Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!»
И первым, кто произнес слово Евангелия, тоже был сам Спаситель. В первой своей проповеди в Галилее он сказал: «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». С евангельских страниц к нам обращается живой Бога-человек. Его совершенство невообразимо, столь велико, что его трудно представить любому из нас. И все же мы слышим его подлинные слова и словно видим перед собой. Вот облик Христа, сходящего к нам со святых страниц. Исключительная любовь к людям, всегдашняя готовность прощать и помогать. Смирение сына плотника и благородство потомка царского рода. Отсутствие собственного жилища и обладание всем миром. Внешняя бедность одежд и драгоценный нешвейный хитон. Его великие чудеса, исцеление больных и бесноватых, повеление стихиям. Его горячая проповедь, проникающая в самое сердце, жгущая и переворачивающая душу. Его жертва и страдания ради нас с вами. Из Евангелия мы узнаем о божественном происхождении Христа, его чудесном Рождестве, необыкновенной премудрости, его славном воскресении и восшествии на небеса. Если предельно коротко и просто говорить о значении Евангелий, то можно сказать, что из них мы постигаем все основные истины о нашем Спасителе и о спасении. По отношению ко всем остальным книгам Нового Завета, Евангелия – это книги основных истин. В Новом Завете есть тексты, которые можно назвать историческими. Такова, например, книга Деяний святых апостолов. В ней говорится о схождении Святого Духа на учеников Христа, о создании церкви, об их неустанной проповеди и жизни первых христианских общин. Слово «апостол» значит «посланник». Этим именем названы избранные ученики Христа, которых Он Сам послал проповедовать Евангелие. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». В Новый Завет также входят послания апостолов. В этих книгах мы находим объяснение основных истин христианского вероучения. Среди них 7 соборных посланий. Одно от Иакова, 2 от Петра, 3 от Иоанна, одно от Иуды, не Искариота, брата Господня, и 14 посланий апостола Павла. Среди всех книг Нового Завета есть одна особенная – апокалипсис. Это греческое слово значит «откровение». Таинственный и поэтичный священный текст открывает будущую судьбу Церкви и мира. Из Откровения мы узнаем о тяжкой борьбе Церкви против всех зверей ада, о конце истории и о триумфе Иисуса Христа, вечной победе Агнца Божьего над силами тьмы. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы Его и по ту и по другую сторону реки Древа Жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лице его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их,
и будут царствовать во веки веков. Откровение Иоанна Богослова следовало бы назвать книгой об окончательной победе евангельских истин в финале мировой драмы, главным действующим лицом которой с самого начала был Иисус Христос, наш Господь и Спаситель. Какие найти слова для людей, никогда не бравших в руки Библию, доказывающие, что Священное Писание есть действительно откровение от Бога, Его Слово? Посмотри, неискушенный читатель Писания, на высоту, духовную глубину и нравственную чистоту этого учения. Разве может быть оно изобретено разумом человеческим? Прочти пророчества Ветхого Завета и сравни с новозаветными событиями, в которых они сбылись. Пророк Исаия предсказал рождение Спасителя от Девы. Естественный разум и помыслить такого не мог. Через сотни лет в Вифлееме, в убогой пещере, непорочная дева рождает Спасителя мира. Где можно прочесть об истинных чудесах? Не сказки, не мифы, но реальные события, правда вышеестественного происхождения. Лазарь, умерший друг Христа, лежащий в гробе уже четвертый день, подходит Иисус со слезами, ибо Он любил умершего. Господь возводит очи к небу и взывает громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Церковное предание знает, что Лазарь жил потом 30 лет и был епископом на Кипре. Но более всего могущественное действие христианского учения можно увидеть в том, что 12 апостолов, взятые Христом из бедного, неученого, низкого состояния, этим самым учением покорили Христу сильных, мудрых, богатых, царей и царства. Священное предание передает из поколения в поколение учение веры, таинства и обряды. В Новом Завете слово «предание» обозначает само учение. Апостол Павел пишет христианам Коринфа: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Предание идет от учеников Христа и сохраняется Церковью в непрерывной череде рукоположений духовенства. Апостолы, исполненные благодати Божией, рукополагали епископов и пресвитеров, то есть священников. Весьма важно, что эта преемственность прослеживается в Православной Церкви от апостольских времен до сего дня.
источником предания является сам Бог. Иисус Христос в молитве к Богу Отцу говорит: «Слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Главная истина предания – это откровение Христова и спасение через Него человека. Предание – не просто учение или собрание памятников, в которых оно записано. Предание есть нечто большее. Оно включает в себя опыт духовной жизни, который передается личным примером. «Подражайте мне, как я Христу», – призывает апостол Павел. Священное предание – это передача живой истины живому сердцу. Исповедать Христа своим Господом может только тот человек, к сердцу которого прикоснулся Святой Дух. В едином потоке предания можно выделить три уровня. Первый – это передача учения и исторических памятников, в которых оно заключено. Второй – передача опыта духовной жизни личным примером. Третий – передача благодатного освящения в церковных таинствах. Словом и примером Христос передал истину апостолам. Ученики Христовы вначале тоже распространяли и утверждали веру устной проповедью. Священное Писание никогда не было единственной формой, в которой воплотилось откровение. Существуют и другие формы, а именно правила веры, богослужебная литургическая жизнь Церкви, таинства и обряды, богослужебные книги, творение святых отцов, жития мучеников и подвижников. Что такое правило веры? Исторически оно связано с совершением таинства крещения. Для того, чтобы креститься, человеку необходимо было исповедовать веру. Древнейшее правило веры лежит в основании Никео-Цареградского символа веры, составленного и утвержденного на Первом и Втором Вселенских соборах. В богослужении и таинствах, в литургическом предании, верующим непрерывно передается благодать. Духовная жизнь христианина без этого невозможна. Принятие святых таинств – залог чистоты веры. Однако литургическое предание не сводится только к передаче благодати. Церковные таинства, священнодействия, молитвы и песнопения наполнены вероучительным содержанием. Богослужебные книги Православной Церкви заключают в себе истинное богословие и состоят из текстов, или выбранных из Священного Писания, или составленных святыми отцами по внушению Святого Духа. Священное предание включает в себя и то, что не может быть записано, например, опыт духовной жизни, передаваемый личным примером. И благодатное освящение, незримое действие силы Божией, сообщаемое в таинствах. Для того, чтобы пользоваться сокровищами Библии, мало иметь ее выверенный полный текст. Священное Писание нужно правильно понимать. В творениях святых отцов содержится живая, непрерывная традиция истолкования библейских текстов. Церковь является живым носителем и хранителем предания.
Апостолы получили от Христа учение и сообщили его не отдельным людям, а церкви. Церковь не есть человеческое сообщество, она – богочеловеческий организм, и глава ее – Христос. Все верующие, соединенные с Ним в церковных таинствах, образуют Его духовное тело, а по отдельности являются членами этого тела. «И вы – тело Христово, а порознь – члены», – пишет апостол Павел. Вне церкви не может быть преемственного сообщения благодати, невозможно неправильное понимание вероучения, неподлинная духовная жизнь. Только церковь обладает средствами для передачи благодати, таинствами. Церковь хранит божественное благовестие и апостольское свидетельство. В ней Христос продолжает свой искупительный подвиг, и Святой Дух, по слову евангелиста Иоанна, научает всему и напоминает все, сказанное Господом. Именно поэтому апостол Павел называет церковь столпом и утверждением истины. Изучение священного предания – это не внешний по отношению к самому преданию процесс. Оно познается изнутри. В противном случае духовная жизнь будет подменена исследованием церковной культуры, и предметом изучения станет не само предание, а то, что создавалось в потоке предания, его исторические и культурные памятники. Священное предание познается в опыте духовной жизни, и по меткому выражению одного из современных духовников, предание не столько пишется, сколько живется. Чтобы изучить предание, необходимо войти в его поток, то есть в церковь. Цель жизни христианина – на путях спасения бессмертной души овладеть преданием, стать самому живым его носителем, сделаться звеном в непрерывной цепи передачи божественного откровения. Зададимся вопросом, что такое религиозная вера. Вера – это уверенность в бытии Бога как неоспоримой истине. Но ведь Бог невидим, и Его познание – это проникновение в тайну. Познание тайны, скрытой в Боге, дается по благодати. Такую веру христиане называют откровением. Вера живет в душе человека – как потребность в высшем благе и надежда на спасение бессмертной души для вечной жизни. Можно ли веру откровения выразить словами? Православной церковью принято краткое изложение вероучения. Оно называется символом веры. В нем выражены главные истины, в которые веруют православные христиане. Символ веры всегда читается во время таинства крещения и поется во время божественной литургии,
главного богослужения православной церкви. Символ веры составлен на двух вселенских соборах, на первом в Никее и втором в Константинополе. Поэтому в церковной истории символ веры именуется Никео-Цареградским. Он состоит из 12 членов. Прочтем текст православного символа веры на церковно-славянском языке. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истинно от Бога истинно, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человек, и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшися. Распятого же заны при Понтистем Пилате и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемый славе оглаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Учение веры в таком изложении дали церкви святые отцы первого и второго вселенских соборов. Так принято называть собрание учителей церкви со всех концов вселенной. Отсюда происходит и название этих соборов – вселенские. Пастыри всех поместных церквей собирались для утверждения истин христианского учения, правил благочестия и разрешение богословских споров. Вселенские соборы были способом выражения мнения Церкви по вопросам догматики. Сам Христос говорит о важности определений Церкви в вопросах вероучения. По Его слову, поступающий вопреки постановлениям Церкви лишается благодати, становится язычником. В Евангелии от Матфея можно прочесть: «Скажи Церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». История церкви знает 7 вселенских соборов. На первый из них в византийском городе Никее собрались в 325 году от Рождества Христова 318 святых отцов. В первой половине IV века было чрезвычайно распространено ложное учение Ария, неправильно учившего о Сыне Божием. Отцы Первого Вселенского Собора опровергли заблуждение еретика, что вторая ипостась Святой Троицы, Бог Слово, Сын Божий, был сотворен, и утвердили православное учение о рождении Сына от Отца прежде всех времен и единой божественной сущности Отца и Сына. Второй собор проходил в столице Византийской империи Константинополе, называемом по славянской традиции Царьградом. Ныне это турецкий Стамбул. Второй собор состоялся в 381 году. В нем участвовали 150 отцов церкви.
Собор защитил православное учение о Святом Духе против ереси Македония, отрицавшего божественность Святого Духа. Отцы Церкви ясно и твердо провозгласили тогда совершенную полноту Божества Третьего Лица Святой Троицы. В 431 году на Третий Вселенский Собор в Эфесе собрались 200 святых отцов против константинопольского патриарха Нестория, который называл Христа простым человеком и учил, что Бог Слово соединился с ним по благоволению к нему. По этой причине Несторий называл Пресвятую Деву не Богородицей, а Христородицей. Святые отцы осудили ложные учения и предали еретика анафеме. Весьма важным по своим богословским достижениям был Четвертый собор в Халкидоне в 451 году. В нем участвовало самое большое число отцов за всю историю церкви – 630. Халкидонский собор утвердил православный догмат, что Иисус Христос есть и совершенный Бог, и совершенный человек в двух природах, нераздельно и неслиянно. Пятый и шестой соборы происходили, как и второй, в Константинополе в 553 и 680 годах. Пятый собор посетили 165, а шестой – 170 святых отцов. На последний из соборов, седьмой, который, как и первый, состоялся в Никее, в 787 году прибыли 367 отцов Вселенской Церкви, чтобы защитить православное учение об иконопочитании. Всего в семи Вселенских соборах приняли участие около 2000 представителей Церкви из разных стран мира. Правило собирать соборы было воспринято от апостолов, которые собрались в Иерусалиме, как о том повествует 15 глава книги апостольских деяний. Для лучшего понимания символа веры, при изучении основ христианского учения в церкви принято рассматривать каждый из членов символа в отдельности. Первый из членов говорит нам о единственном истинном Боге, Творце видимой Вселенной и невидимого мира ангелов.